Здравствуйте, уважаемые друзья! Вас приветствует канал Леонид Пустовойтов. Идет подготовка к Новому году, и, соответственно, еще все готовят подарки. Ну, решил и я подготовить подарки. Основные, которые я сделал, я вам потом покажу. А в данный момент я хочу изготовить вот такой вертолет. Вот, видите, на картинке он. Это вертолет пойдет для ребенка. Вот, у меня внуки уже выросли, дети тоже большие, поэтому этот подарок будет внуку моего друга. Значит, у меня есть вот такая вот схема этого вертолета. Вот, видите? Ну и вот, вторая картинка. Я вырезал этой аппликации, наклеил на фанеру, вот, и вот она у меня расположена на фанере. Это все. Сейчас я это все буду вырезать на лобзиковом станке. Вот он у меня почти готов, этот лобзиковый станок. К работе. Сейчас я это все буду выпиливать. Съемку, как я произвожу пиление и все остальное, я показывать не буду. Это, честно говоря, никому не интересно. И каждый знает, как это можно сделать. Я буду вам показывать уже готовые детали, которые я буду вырезать, что у меня будет получаться. Поэтому время терять не будем. Приступаю к работе. Изготавливаю данный вертолет. Итак, поехали. Итак, дорогие друзья, вот я выпилил из фанеры все детали данного вертолета. Они сейчас вот перед вами. Теперь мне останется что? Просверлить отверстия в винтах. Вот. И содрать бумагу, немножко обточить и приступить к сборке. Вот. То есть работа осталась, честно говоря, самая противная. Точение. Ну, что мне вам объяснять, вы лучше меня знаете. Что точение это самое противное из того, что есть. И останется только произвести сборку. Как я буду собирать и что я буду делать, соответственно, я вам покажу. Хочу напомнить, что я собираю вот такой вертолет. Вот видите, он перед вами. Вот. И все детали у меня готовы. Я думаю, что на сборку уйдет где-то минут 30, максимум 40. Больше уйдет на обточку, съем бумаги, ну и так далее. Итак, время терять я не собираюсь. Приступаем к сверлению и обработке данного изделия. Я думаю, что сегодня я уже не буду производить сборку, а соберу завтра, если у меня будет время, или послезавтра. По крайней мере, на этой неделе данная машина, вертолет, будет готова. Ее можно будет скрыть лаком, покрасить, скрыть лаком. И перед Новым годом подарить ее тому человеку, кому он предназначен. Вот, по крайней мере, все то, что я хотел вам сегодня показать. Пилил я его на вот таком лобзиковом станке Jet. Видите, работает он у меня здорово, исправно, мне нравится. И осталось, как я и сказал, произвести сборку всего этого. На этом все пока. Будем готовиться к завтрашнему дню. Время уже
по-нашему 20 минут шестого, то есть 17:20, на этом заканчиваю. Итак, начнем завтра. Закончил я обработку своего изделия. Вот что у меня получилось. Теперь осталось все это склеить и собрать. Значит, все это будет выглядеть таким образом. Вот основная часть, к ней будет приклеиваться вот эта штучка. Вот. Вот так. Вторая будет наклеиваться с той стороны. Здесь же будут приклеиваться вот сюда сиденье одно и второе. И после этого уже в завершении будет приклеиваться вот эта часть. После этого, когда все это будет склеено, будет задний винт, приклеенный на вот эту вот чепышку. И посередине будет приклеена вот этого, этот шплинт. И на нем будет находиться основной винт. Вот такая последовательность будет этой склейки. Сейчас я займусь склейкой данного изделия. После этого, когда оно будет склеено, остальные неровности, которые будут, я немножко отточу. И, соответственно, после этого я уже буду его заканчивать и скрывать лаком. Итак, продолжаю заниматься склейкой данного изделия. Закончил я свою работу. Вот что у меня получилось. Теперь осталось здесь скрыть все лаком, и на этом работа будет закончена. Неудобно одной рукой крутить винт. Сейчас скрою лаком данное изделие, и все. На этом оно будет готово. В дальнейшем я вам покажу еще, что я подготовил к праздникам. Как я вскрою его лаком, я показывать не буду, и что у меня получилось. Покажу вам сейчас следующее изделие. Это вот такой пистолет. Резинка стрел. Резинки одеваются сюда. Сейчас я одену и вам покажу, как это все будет выглядеть. Он рассчитан на 5 резинок, но я вам покажу только на 2 резинках, если будет видно. Слышали? Вот так вот происходит у него стрельба. Стреляет он хорошо, даже больше, чем хорошо. Еще раз показываю вам, как одевается резинка. Вот видите, здесь и здесь. Нажимается на курок. Вот так вот стреляет. Ну и сейчас покажу остальные изделия, которые
сделанный мною для того, чтобы вы их увидели. Продолжаю я вам показывать те подарки, которые я изготовил. Вот мышь 2020. Вот еще одна побольше. Ну и вот, соответственно, более-менее маленькие. Вот такие изделия я сделал как подарки. Вот такая вот светящаяся елочка. Видите? И вот, наконец, три кота. Три держателя для полотенец. Вот этот первый вы уже видели. Вот это второй. И вот это вот третий. Это вот подарки, как я уже говорил, дочери, снохе и сестре жены. Ну, полотенец пока не покупал. Как куплю, так поставлю. Ну, пока вот так. Вот такие пироги.